Под колпаком об украинцах, которые выезжают за границу, теперь будут знать. Соответствующую информацию предоставят мобильные операторы. Об этом идет речь в меморандуме, подписанном с Минэкономразвития. Отчеты ежеквартальные, в них попадут абоненты, которые пробыли в других странах более суток. Планируют вести также учет длительности пребывания за границей. Информацию, как уверяют, будут передавать в обезличенном и сводном виде.